Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зиробой. 27 апреля. Получилось так, наверное, как никогда. Здесь 5 яиц. Это куры сами такое учудили. Здесь 5 яиц. Я решил посчитать, сколько же яиц, в принципе, на самом деле. Здесь у нас тоже 5 яиц. И там 5 яиц. В этом гнезде получилось 6. Это уже второй день подряд. По 21 яйцу получается несутся. И четвертый день подряд, когда больше 20. Это очень хорошо. Значит, что я не буду проверять. Вот так они мои кушают, курочки, обед. Обед, дело тонкое. Так они вот хорошо кушают. С аппетитом. Не все, конечно. Некоторые уже поели, он видно там зубом дергает. Некоторые уже запивают. Сегодня у нас сухой паёк. Ну, обычно там вчера я приносил с мясом, было мясо. И позже я приготовлю яички, они будут с яичками. Ну, там и эти, конечно же, которые не выжили. Мы любим яичко. Вот так, петух, видели, как петух прошелся по этой курице? Она же упала. Всяко бывает. Сибиртрак, в общем, шурует, не видит преград. Теперь получается, это ровно половина состава по курам. То есть кур у нас 44, одна вон там заболевшая, наверное, с ней разберемся в скором времени. Значит, и получается 43 курицы, которые несутся через день. Ну, это, в принципе, уже нормально. Это лучше, чем было по 15 или даже там по 5 штук на всю контору. Значит, я определился, сколько корма им нужно. Много слишком тоже не следует. Петухи хотели даже спариваться такой плотной обстановки. Они не знают, чего хотят, спариваться или питаться. Вон, видите, как нырнул? Как нырнул, а? Прямо бизнес-гусь какой-то. Вот, видите, говорят, что неплохо едят. Как это неплохо едят? Ныряют. Вон, друг у друга выхватывает из клюва. Целуются, что ли? Арсений Селезнев, Зиробой. Куры так интересно стали нестись, почти одинаковое количество, кроме вот этих гнезд. Ну, тут пусто, тут понятно, надо будет там заложить, чтобы туда вниз не проваливалось, потому что они все нам вопрос бросали. А там почему-то тоже пусто. Непонятно. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зиробой. Куры начали нестись больше 20 яиц. Сутки за один рабочий день, так скажем. День, можно сказать, что окончился рабочий. Выше более 20 штук. 22 яйца, это в принципе рекорд зала. Ну, так можно сказать, что это абсолютный рекорд. Не по количеству кур, а по количеству яиц. По количеству кур это значит на одно больше, чем количество кур. У меня такое было. Он там чихает из-за того, что сухой корм. Так смешно чихают, просто. И чихают. Он и петух тоже такой же голос, как у курицы. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зиробой. Смотрите обновления. Пока.